Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Второй год подряд форум сообщества проходит во всех субъектах Российской Федерации и завершается здесь, в столице, в Москве. Не мог отказать себе в удовольствии заехать к вам и поприветствовать вас. Символично, что итоговое мероприятие, итоговый форум проходит накануне и приурочен к празднику Дню народного единства. Сама суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, со стремлением людей разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий, и я вижу здесь таких людей как раз, со стремлением объединиться ради общего блага. Сегодня здесь собрались именно такие неравнодушные, деятельные, творческие люди. И в целом во всех регионах России сейчас все больше граждан включается в волонтерскую деятельность, в деятельность некоммерческих организаций и различных структур. Да, иногда и индивидуально часто люди этим занимаются. Желание людей реализовать свои инициативы, опыт, знания ради полезных дел говорит о растущей зрелости российского общества, о том, что активно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия. Такой бескорыстный, зачастую подвижнический труд заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности. Вы знаете, что учреждены государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Расширяется программа президентских грантов для НКО. В этом году он в 4 раза больше, чем в 2012 году. Создание условий для развития гражданского общества, некоммерческого сектора было и остается одним из наших безусловных приоритетов. Безусловно, и в этой связи хочу сказать, что особое значение имеют, конечно, меры поддержки социально ориентированных НКО, в том числе помогающих людям с ограниченными возможностями или попавшими в трудную жизненную ситуацию, и, конечно, семьям с детьми-инвалидами. На предыдущем форуме было высказано предложение о предоставлении преференций социально ориентированным некоммерческим организациям, доказавшим эффективность своей работы. И, как вы знаете, эта тема потом нашла свое отражение и в послании президента Федеральному собранию. Необходимые решения были приняты, внесены поправки в законодательство, устанавливающие для НКО особый правовой режим, режим исполнителей общественно полезных услуг. Определены 20 приоритетных направлений вашей деятельности в этой сфере. Правительство утвердило перечень таких услуг и критерии оценки их качества. В результате для НКО, получающих особый правовой статус, станут доступны финансовые ресурсы, которые выделяются государством на социальные цели. Причем минимум на 2 года. Это позволит обеспечить, во всяком случае, я надеюсь на то, что это позволит обеспечить стабильность и более высокий уровень работы таких НКО. Рассчитываю также, что Государственная Дума нового созыва сможет оперативно рассмотреть необходимые поправки в бюджетный кодекс, и практический механизм получения особого правового статуса будет реализован уже с 1 января 2017 года. В целом, наша задача – создать благоприятную, я бы сказал, даже дружелюбную, дружескую среду для развития социально ориентированных НКО. Возможно, имеет смысл предоставить им и некоторые дополнительные преференции, например, те, которые уже имеют субъекта малого предпринимательства. Просил бы вас такие идеи обсудить и сформулировать свои предложения. И очень надеюсь, что удастся их также отразить и в послании президента этого года. Хотел бы также отметить важную черту большинства российских добровольческих и благотворительных организаций. Это готовность работать вместе с государством для решения общих задач. Такое партнерство, безусловно, в разы увеличивает нашу совместную работу, увеличивает эффективность нашей совместной работы. При этом необходимо развивать механизмы общественного контроля, в том числе через
систему региональных общественных палат. Как вы знаете, с 1 января будущего года вступает в силу новый закон, регламентирующий их деятельность. И я очень бы вас просил, дорогие друзья, включиться в постоянный мониторинг применения этого закона. Гражданская активность открывает широкие возможности для работы в одной команде со своими единомышленниками. Вот здесь как раз такие люди и собрались. Доверие, взаимоподдержка, радость общения, в конце концов, основа для успешной деятельности некоммерческого сектора и огромный ресурс для достижения конкретных, востребованных всех нашим обществом результатов. Форумы сообщества вносят большой, если не сказать огромный, вклад в укрепление сотрудничества между самими некоммерческими структурами, организациями. Здесь собираются тысячи представителей этих команд. Идет заинтересованный обмен мнениями, идеями, опытом. Обсуждаются трудности и проблемы, способы их преодоления. А вместе всегда легче найти выход из любой, даже очень сложной ситуации. Тем более, что еще далеко не везде, это тоже нужно отметить, понимают и ценят потенциал и возможности некоммерческого сектора. Но убежден, с каждым годом вы, ваши организации, те люди, с которыми вы вместе работаете, будут приобретать не только опыт, но и общественный вес, уважение у людей. Позвольте мне пожелать вам всего самого доброго в вашей работе и выразить надежду на совместную деятельность. Благодарю вас за все, что вы делаете. Спасибо вам большое. Удачи.